Ребятки, всем привет! У нас сегодня 10 дней котяткам. Один уже немножко глазик открыл. А вот этот Пити, он заблудился. Мы его заберем. Вот он, к мамочке. Десять дней нашим, котяткам. А вот у этого малышуськи глазик открытый, не видно. Вон там немножко. Ой, у него уже два глазика открыты. Масики. Ну вот, у этого. Маленький. Потерял сисю мамину. Давай, поможем тебе, давай. Говорят, что у таких малышей может быть инфекция в глазках. У нас уже есть капельки антибиотик для глазков. Ну, пока вроде бы нормально глазки. И у него тоже глазки уже так чуть-чуть, у Питика. Не знаю, это он или она. А это наша мамуся. Ты устала, Миечка? Она их уже хотела перетаскивать уже не один раз. Не один раз она их хотела перетаскивать. А у этого, смотрите, лапки. Здесь они серенькие, а там такие светло-розовые. А у Пити он весь такой, или она розовенькая. Вот смотрите, розовая.